Я надеюсь, вы все взяли свой листочек и написали три слова. Прочитайте их, пожалуйста, сейчас. У нас идет запись. Да, идет. Да. Хорошо. Если кто-то хочет, может также поделиться потом в чате. Я объясню задание для вас. Вот тот листочек, на котором вы написали ваши слова, очень хорошо. Он, в общем-то, характеризует ваше сегодняшнее состояние. Может быть, это так, может быть, это не так, но на моих вебинарах, в общем-то, бывает почти 100% попадание вот этого, так сказать, вот 100% попадание именно в то состояние, которое вы испытываете. Просто наша энергетика считывает именно уже с нашего энергетического пространства эту информацию, как мы себя чувствуем. Конечно, если вы, не обманываете себя, если вы не включаете логику и не начинаете искать какие-то слова, которые вам нравятся. Вот. Я надеюсь, плеер работает хорошо на этой странице. Это у нас временная страница. Потому что наша старая страница или наша основная страница переживает сейчас трансформацию. Делает тоже своеобразный переход во что-то новое и так далее. Хорошо. Итак, вы привыкли уже к нашей основной медитации. Что я хочу сделать? Я хочу с вами сделать эту медитацию по очищению. И после этого дам вам задание снова взять листочек и посмотреть на данный квадрат наверху и выписать те слова, которые вам придут уже после медитации. Мне было бы интересно сравнение, есть ли какая-то разница. И если есть какое-то сравнение, есть какая-то разница, пожалуйста, напишите об этом в чате. Это будет интересно мне, это будет интересно вам, и это будет интересно той публике, которая смотрит сейчас нас. Итак, предупредите, пожалуйста, домашних, чтобы они вас не беспокоили. Сядьте, пожалуйста, ровно, закройте глаза, и глубоко вдохните в себя. Выдыхая, представьте, что вы стоите на берегу безбрежнейшего океана. Этот океан отливает
голубо-белым светом. На вас одеты тяжелые одежды вашего повседневного дня. Снимите эти одежды с вас. Представьте, что вы снимаете одежду трудностей и препятствий. И положите ее здесь, на берегу. Кто что-то не видит, у кого что-то не получается, действуйте по ощущениям, действуйте по интуиции. Еще раз найдите, пожалуйста, одежду лени. И снимите ее с себя. Найдите одежду суеты, беготни. И снимите ее с себя. Найдите одежду разочарования и снимите ее с себя. Найдите одежду больные ноги и снимите ее с себя. Найдите одежду у себя депрессия, плохое настроение и снимите ее с себя. Найдите одежду «Ой, я не успею». И снимите ее с себя. Найдите одежду вечное разбирательство. И снимите ее с себя. Найдите одежду конфликты и снимите ее с себя. А теперь налегке войдите в этот океан. И полностью растворившись в этом океане голубо-белого света, придите сюда на нашу встречу. Глубоко вдохните в себя. И выдохнув, откройте глаза. А сейчас возьмите новый лист бумаги. Я тоже это сделаю. И посмотрите первые слова, которые вам сейчас придут. После медитации.
хорошо. Мне не обязательно говорить те слова, которые я увидел. Ну, это то, что считала моя энергетика. Так, возьму, чтобы меня видно как-то было получше. Очень интересные слова. У меня получилось. Дружба, работа, страсть. Другое слово я не буду говорить. Могут не понять в эфире. Или когда просто люди будут смотреть на Ютубе. А какие получились у вас слова? Было бы интересно знать. Напишите, пожалуйста, в чате. Вообще, очень довольно-таки трудно вести вот так вот такой вечер, когда нету интеракции, когда нету какой-то ответной реакции. Поэтому не будьте пассивны, будьте активны, будьте вообще в своей жизни активны. Ну, я надеюсь, вы записали то, что вы записали. Хорошо, пришли послушать. Может быть, вообще не нужно слушать? Может быть, тому, кто не пишет в чате... И нечего слушать, выключайте звук. Хорошо. Ага, вот тут пишут, я не вижу, куда писать. Хорошо, что у нас еще есть скайп. Смотрите, под плеером у вас расположен чат. Вы нажимаете никнейм. И просто пишете. То есть вам даже не нужно выбирать особо ник. Сейчас посмотрим, получилось или нет. Может быть, вам нужно перезагрузить страницу. Поскольку у нас вот такая временная страница тут. Ура! Вот так, да, заработала. Хорошо, какие у вас
Да, я тоже на экране вижу, что заработало у нас, появился первый человек, который дошел до чата. Отлично. Вы хотели бы поделиться своими словами с нами? Я думаю, остальные тоже могли бы присоединиться и что-то написать. Вообще, я буду менять наши встречи на немножко активные встречи. Потому что время пассивных встреч прошло. Итак, Светлана, какие слова были у вас? Есть ли какая-то разница? Мне интересно, есть ли какая-то разница перед медитацией и после медитации? Ага. Так. Так, это было до, а что было после? Ревность у нас осталась, не удалось ее пока вынуть. Хорошо, это интересный момент. Ну, я бы сказала, когда у нас есть более глубокие проблемы. Эти более глубокие проблемы решаются либо на моей личной консультации, которую я вам с удовольствием даю. И она, в общем-то, моя консультация насчитывает различный спектр проблем. У нас на странице есть связь, скажем так, с вами. Вы можете мне вот в этом голубом квадрате написать суть проблемы и записаться на консультацию. Или вы это можете изучать в процессе наших курсов. Которые у нас находятся на странице. Есть у нас замечательный курс «Открой дверь к себе». Который позволит вам открыть ваш энергетический поток, ваши возможности и
или поможет вам решить какие-то проблемы. Хорошо, мы немножко отвлеклись на рекламу. Сегодняшняя тема – тема трудностей. Как я это вижу? В медитации я увидела это так. Я увидела бегущего человека, я увидела спортсмена, который перепрыгивает некие препятствия. И, скажем так, чем больше рост этого спортсмена, тем выше становятся препятствия. Так что трудности в какой-то мере представляют некие моторчики, движения, я бы сказала, заставляющие нас двигаться вперед, изучать что-то новое. Узнавать что-то новое и применять это новое в жизни. Вот первая картинка, которая была, я просто пробую сегодня еще и новую систему. Посмотрите, пожалуйста, наверх плеера. Она, в принципе, говорит о том, что трудностей нет. И действительно, это абсолютно так. И действительно, это... Да, я себя слышу опять вдвойне. Поэтому я надеюсь, что я не повторяюсь по два раза. Я хочу сказать, что это действительно так. Дело в том, что трудности мы создаем сами, своими мыслями. Именно когда мы когда мы идем что-то делать, это дело абсолютно новое. У нас нет каких-то знаний. У нас нет, может быть, представления, как оно должно быть выглядеть. В соответствии с то, что нам не хватает какой-то информации в жизни, какой-то энергетической информации, поднимаются на фоне этой энергии, поднимается масса энергии. Поднимается энергия неуверенности в себе. Поднимается такая энергия, как лень. Потому что я бы сказала, что трудности... Мы говорим, что нам трудно, когда нам... что-то лениво делать. Может быть, мы в этом себе не признаемся. Но, тем не менее, это действительно факт. И это действительно так и есть. Встает масса энергии. Может быть, эти энергии... как страх, идут из каких-то ваших прошлых жизней, прошлых ситуаций. Кто ходит на мою страницу, он, в принципе, знает. Я постоянно об этом говорю, как с этим бороться и как это уничтожать, и как это работает, и где это искать. Кто сейчас
сейчас пришел новый на вот эту временную страницу. Я хочу сказать, что я бросила не случайно вот тут в чате ссылку. И там написано, вы получите не только интересную рассылку, интересные письма, которые, может быть, улучшат вашу жизнь, я надеюсь. А вы получите также 4 замечательных мои медитации, которые уже вас избавляют от каких-то проблем. Ну, если в том случае, если, конечно, вы их делаете. Итак, трудности представляют собой некоторые барьеры, некоторые ступени, которые мы преодолеваем. И я бы сказала так, все барьеры, все какие-то препятствия, заслоны создаем мы сами своими мыслями. И потом уже сформировавшись в энергетическом пространстве, эта энергия начинает влиять на наши физические события. Поэтому вот эта картинка, которая расположена наверху, говорит о многом. Просто уберите слово «трудность» из ваших дел. Из вашей жизни, из ваших отношений. Поменяйте это слово «трудность» на легкость, интерес. И стимул изучать что-то новое, добиваться каких-то новых знаний. Еще я могу сказать, что создавая некоторые препятствия, которые нам кажутся препятствиями, высший мир смотрит, готовы ли мы к следующему шагу. Если мы откатываемся назад, если трудности нас начинают тормозить, то, наверное, мы еще не совсем готовы к этому шагу. Мы не готовы к той новой двери, которая открывается нам. Если мы готовы, мы идем. Мы осознаем, что, может быть, нам недостаточно знаний, мы что-то изучаем новое. Но мы идем с верой в себя и в контакте со своим высшим Я. Когда вы находитесь в контакте со своим Высшим Я, все трудности превращаются просто в какие-то задачи. Какие-то задачи, которые вам нужно решить сегодня и сейчас.
Поэтому приветствуйте в своей жизни трудности. Хотя это очень, может быть, неординарно звучит. Трудности позволяют вам двигаться, заставляют вас двигаться. Трудности представляют собой определенную негативную энергию. Мы обычно видим ее в негативе. Которые именно говорят вам о том, что вот здесь нужно еще доработать. Или здесь нужно еще что-то доделать. Поэтому трудности, я бы сказала, это своеобразные моторчики жизни. Ну, в общем-то, пока и все по этой теме. Есть какие-то вопросы? Давайте пишите в чат. Да, я знаю, что эхо есть, но тут уже просто это техническая часть плеера. Сейчас я попробую что-то сделать. Слушаем с эхо, пока ничего не сделать. Вот тоже не хватает каких-то знаний. Чтобы плеер был намного лучше и интересен. И работал более точно. Хорошо, есть какие-то у вас вопросы, связанные с темой трудностей, или какие-то дополнения? Видимо, пока вопросов нет. Если у вас появятся какие-то комментарии, напишите, с удовольствием прочитаю. Что я хочу еще сказать, что, как вы уже получали короткий анонс, как вы получали... Немножко, да, связь у нас немножко такая смешная. Над плеером нужно еще поработать. Итак, небольшой анонс.
недели я сама иду на курсы повышения квалификации, потому что учиться – это всегда здорово. Ты получаешь новую информацию, и это очень интересно. Ну, наверное, придут новые медитации и, может быть, какое-то новое направление. Но я приготовила вам подарок. Так как я буду отсутствовать на странице, на этой странице будут располагаться медитации. Специально для вас в свободном допуске. Именно на этой неделе. И вы можете просмотреть все медитации и днем за днем проработать какие-то свои проблемы. Просто наполниться энергией, наполниться новыми ощущениями жизни. Хочу сказать, что на предыдущей неделе у нас прошел очень интересный вебинар. По конфликтам, да, как решить конфликтные ситуации в жизни. Готовится также у нас тоже интересный вебинар. Готовится он совместно со своим, с моим партнером, который работает в инфобизнесе. И этот вебинар будет посвящен избавлению от страхов нового пути. Мы знаем, когда в нашу жизнь приходит что-то новое, мы боимся. Мы не знаем этого нового. Мы не знаем, что нас ожидает. И иногда очень трудно сделать первый шаг. И как раз этой теме будет посвящен этот вебинар, который ориентировочно пройдет 12 марта. Примерно в 20 часов по московскому времени. Я всех вас приглашаю, поэтому записывайтесь на нашу рассылку, чтобы вовремя получить эту информацию и вовремя получить это приглашение. Вот такой небольшой анонс. Ну, если никаких особых вопросов нет. Да, я хочу еще сообщить, что я уже сказала в самом начале. Моя страница претерпевает тоже изменения, такие же изменения, как претерпеваю я. Это своеобразная трансформация. И уже многие спрашивали, что же случилось со страницей, когда она будет. И я сейчас отвечаю вам на эти вопросы прямо вот так в прямом эфире. Страница обязательно будет. Будет она в видоизмененном виде, потому что подошло время ее изменить, улучшить для вас,
сделать ее еще интересней, мощнее, разнообразней. Как это будет, я пока не знаю, потому что мы находим в процессе трансформации. И в процессе работы над страницей. На этой неделе я опять испытала эти чувства, когда вы отпускаете что-то, и когда вы что-то, что вы хорошо знаете и умеете, и что составляло практически, ну, может быть, 2-3 года вашей прошлой жизни, и вы абсолютно не знаете, как будет выглядеть новое. Но есть идеи, есть интересные мысли, есть энергия, которая сопровождает и помогает. И я думаю, что это только большой плюс, что при переходе с одного хостинга на другой страница просто упала, и это событие заставило меня задуматься и отпустить какой-то старый, может быть, метод, который не совсем работал. Вот так на примере я вам показываю, как нужно отпускать и доверять высшему миру. А чтобы на физике было легче отпускать, есть медитации именно по отпусканию. И эти медитации будут поставлены на эту страницу вместо большого плеера, и вы можете в свободном допуске посмотреть и отпустить какие-то ваши ситуации, которые вас затягивают в прошлое и не дают идти дальше. Хорошо, на этой ноте мы закончим наш эфир, нашу встречу, и закончим мы ее, как всегда, медитацией. Глубоко вдохните в себя. Выдыхая, представьте безграничный океан голубо-белого света, возьмите всю ту энергию, наполнитесь этой энергией, этим светом. На вашу предстоящую неделю. На ваши предстоящие дела. Возьмите всю ту информацию, которую вы получили сегодня. Вложите ее в свою физическую голову. И глубоко вдыхая в себя, выдыхая, выйдите из этого океана с новым ощущением жизни,
радостью и наполненностью. И возьмите этот свет не только для себя, но и для ваших близких, родных и для вашего окружения. С вами была Ольга Бюме, Центр «Энергия жизни». Наша субботняя встреча будет перенесена на вторник вечер. Я с вами не прощаюсь. Хорошего вам вечера, замечательного настроения. Всем пока!